Если вам понравится это видео, вы можете поставить мне лайк. Ну а также подписаться на канал, так как у меня очень много крутых идей для роликов. Для этого обустройства я выбрала вот этот домик. В нем всего 4 комнаты, но мне хватит. Там будет туалет, кухня, гостиная, ну и спальня. Все, что необходимо. Я решила начать с душа, и туалета, и раковины. В общем, вы меня поняли. И да, все идеи этих комнат вы можете использовать в своих целях. Допустим, эту душевую вы можете взять себе домой и построить там. Я очень плохо объясняю, надеюсь, вы меня поняли. А также я решила не ускорять весь процесс обустройства, так как я решила сделать все плавненько, красивенько, не так слишком ускоренно, в общем, да. Так, что бы еще вам сказать? Ну, допустим, про цвет стен. Цвет стен в душевой немного темные, а вот на кухне очень светлые. Да, мне решила сделать кухню какую-то светлой, очень хорошей, чтобы было весело там кушать. Я, правда, очень постаралась над этим обустройством, заходила в разные локации, искала всякие эстетичные красивые вещи для этого. И пытался все красиво это все расставить. Поэтому прошу вас, подпишитесь, пожалуйста, или хотя бы поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы я понимала, что это все не зря. Ну а также в этом видео присутствует ключевое слово, поэтому не пропустите. Ключевое слово это такое слово, благодаря которому я могу узнать, кто посмотрел видео до конца, и поблагодарю его за это. Просто меня кое-кто спрашивал, зачем эти ключевые слова. Вот, решила ответить. Ну а сейчас мне уже нечего что-то сказать, поэтому слушайте музычку и смотрите, как я обустраиваю. Вернусь, как только буду обустраивать гостиную. Вот и наступило время обустраивать гостиную. Решила взять вот такой вот беленький диванчик, который всем по душе. А также, как вы могли заметить, все в этом доме в одном стиле. Если вам нравятся такие обустройства, тогда скажите, в каком еще стиле вы хотите увидеть обустройство, и я сниму такое. И да, хочу вам сказать то, что этот домик действительно получился очень классным, и я даже не хочу его удалять. Смотрите до конца, так как в конце будет результат. Ну а для тех, кому лень это все смотреть, такие как я, то есть, ну, вы можете хотя бы смотреть до ключевого слова, а потом уже перемотать. Наверняка здесь есть те люди, которые зашли в это видео, чтобы вдохновиться новыми идеями для своих роликов. Поэтому хочу вам помочь. И сейчас я расскажу несколько идей, которые посетили мою голову. Первое, вы можете также обустроить эстетичный красивенький домик, как я. Второе, вы можете обустроить эстетичное красивое кафе. Ну или не эстетичное, просто хорошее, красивое и уютное кафе. Третье, как все любят, вы можете обустроить магазинчик. Магазины я много видела, поэтому да, магазинчик тоже можно обустроить. Это может быть магазин одежды, продуктовый магазин, магазин игрушек и тому подобное. В общем, обустроить можно все, что угодно. Итак, я опять не знаю, что вам еще сказать, поэтому досмотрите этот ролик до конца. Ну а я прощаюсь пока что.
настало время брать вещи для дома. Это мой склад. Благодаря которому я могу найти очень много эстетичных и красивых вещей для моих обустроек. Вы тоже можете себе построить такой склад и найти кучу всяких вещей для ваших идей. Ну а если вы хотите подробный обзор, тогда пишите в комментариях. Ну и на этом все. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить мне лайк,